Вчера вечером подъехал мужик и сразу с порога. Я 11 тысяч за собаку отдал, она только мне сейчас некогда с нею заниматься, и в таком духе. Я сначала хотела послать, честно, а он в это время достал щенка и поставил на землю. Я как увидела лапы, просто молча забрала и все. А мужик развернулся, уехал, все, хвалил себя хорошего. У ребенка жуткий рахит, застарелый рахит с рождения, считайте. То есть его вообще не кормили. И плюс у него, я думала, что он так плохо ходит из-за рахита. Когда сделали снимки, оказалось, что у ребенка еще и бедро сломано, и застарелый перелом. И поэтому он искалеченный и вот так ходит. Операцию можно сделать, но теперь только в год. Отдал паспорт. У ребенка есть одна прививка. Но я уже сделала вторую. Паспорту срок подошел второй прививки. Вчера уколола. Сейчас буду наблюдать за ребенком. Ну что, мой красивый, а? Ты мой красавчик, мамин, и ты тоже мой золотой, ты тоже мой золотой. Стой, 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 мне тебя снять надо. Стой. Нет, так нельзя. Лежи, лежи, ребенок. Лежи, мой хороший. Друзья, нам срочно нужна передержка для ребенка с медицинским уходом. Срочно, ребята, чтобы просто вовремя давали таблеточки, витаминки. Пожалуйста, нам очень нужна помощь для вот этого малыша. Пожалуйста, ребята. Ему через полгода предстоит операция. Только через полгода. Я уже и наплакалась, и я уже не знаю, как жить дальше. Сколько же можно, а? Ну почему эти твари издеваются безнаказанно над ними? Когда же уже мы сможем хоть кому-то морду набить? Я уже не говорю о том, чтобы посадить. Как я устала. Если бы вы знали, девчонки, как я устала от этой боли.